Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю усім здоров'я. Якщо говорити про подальший розвиток і, власне, що робитимуть росіяни, от нардепка Мар'яна Безугла пише про те, що протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсона та Сум. При цьому посилаючись на неадекватність військового керівництва, яке зайняте Курською пісочницею та забирає туди бригади, Безугла закликала військових за таких обставин приділити увагу максимальній горизонтальній координації, тобто погодити дії без вищого керівництва. До чого закликає Безугла, до яких наслідків, ну, мається на увазі, це про вакханалію створити тоді в армії, не слухати вище керівництво, чи як тоді розуміти ці слова. І от щойно спілкувалася перед вами із вашим колегою Олегом Ждановим, він говорив про те, що, ну, власне, вона якби Америку не відкрила, і про сіп до цих п'яти міст, він також додав, зокрема, Нікополь, Краматорськ, і він говорить про те, що, ну, якби тісно так. Безугла сейчас работает как стрелочница, в прямом смысле слова. Либо по недомыслию, либо по скудоумию, либо по злому умыслу, в зависимости от поставленной задачи. Что она сейчас делает? Это называется перевести стрелки с политического руководства на военное. Ну вот, вот то, что она делает. То есть она по расчеты политического руководства, я только сейчас об этом говорил, всяких этих умеровых непрофессионалов. В основном это канцелярские черти, которые далеки от военных дел. Они, естественно, загубили саму идею профессиональной армии, постановки в строй профессионалов, производства техники. Ну, то есть военную тему просто угробили. А сейчас Безуглу используют для того, чтобы перевести вот эти проблемные моменты именно на военное руководство. Ну, а военное руководство кто поставил? Кто снял Залужного? Спросите у Безуглой, кто снял Залужного, кто снял 15 генералов, которые удерживали Донбасс 10 лет как минимум. 15 генералов удерживали Донбасс 10 лет. Их сняли в феврале месяце, мы Донбасс потеряли. Причем тут военное руководство. Военное руководство новое, которое сейчас подставили, надо год только входить в выполнение боевой задачи для того, чтобы создать команду. Это же не один человек, это команда целая, генералитет. Это серьезная команда, это намного даже серьезнее, чем любое профессиональное подразделение при выполнении боевой задачи. И она также слетывается, также спаивается, спивается, неважно, как угодно. Ну, то есть это целая группа генералов, которые друг друга чувствуют практически. Это локоть по помощи и так далее и тому подобное. Новая команда тоже такой станет, вопросов нет, и через определенное время. Так вот, политики приняли решение снять генералитет, поставить новый, пока новые генералы станут в строй. Будет время, и мы теряем территорию, мы теряем людей, мы теряем территории. Потому у Безуглой хорошо получается переводить стрелки, но вряд ли это ее, так сказать, генерация. Скорее всего, она просто работает сейчас в режиме говорящей головы от канцелярских крыс. Там или по прямому ее используют, либо как-то в темную, это тоже возможно, если есть определенная технология. Ну, явно видно, как она просто те просчеты политических властей пытается переложить на новую команду военных, то есть на Сырского и его новую команду. Вот этого точно не надо делать. Вырастет команда Сырского, в том числе, как выросла в свое время команда Залужного. А команду Залужного сейчас есть смысл ставить на руководящие должности в исполнительной власти. Именно этого сейчас не хватает. Вот эти вот безуглые, которые безумные идеи генерируют или озвучивают, по крайней мере, это гражданские, они далеки от военных тем. Во время войны вообще вводится военный кабинет, в который привлекается тут только военные, то есть профессионалы в этом смысле, с базовым военным образованием. Политики идут, курят нервно в сторонке, оптимальный вариант вообще берут в руки оружие и выходят на линию боевого соприкосновения в составе рот или батальонов там Монако или Верховной Рады, как угодно, кому это угодно. А должны руководить уже люди с военным образованием, базовым военным образованием, по крайней мере, в исполнительной власти. Для этого абсолютно не надо никаких политических процессов, не надо выборов, перевыборов и так далее и тому подобное. Надо просто вести состояние войны в стране и перевести в военный кабинет принятие решений.
Романе Григоровичу, так, але все ж таки щодо того, чи мають росіяни ресурси для створення ось цих плацдармів, так, біля цих міст перелічених п'яти? Ну, это уже в зависимости от задач самих россиян. Дело в том, что чтобы достать до любого областного центра, им же не надо плацдармы создавать. Но у них есть вооружение. Порошенко вместе с Меркель дал возможность им подготовить и запустить в производство те же кинжалы. Но зачем россиянам создавать плацдарм где-то на территории Украины оккупированной или в России, если они могут поднять просто МиГ-31 в воздух и засыпать кинжалами любой областной центр. Ну, то есть это из области фантастики, так называемой. А то, что они уже имеют, имеется в виду, ну, допустим, рядом с Харьковом, из-за того, что Харьков находится практически на линии боевого соприкосновения. Херсон – это тоже практически линия боевого соприкосновения. Недалеко от Запорожья, недалеко, то есть пока еще не линия, по крайней мере, но недалеко Запорожья. Вот три основных областных центра. Сумы уже подальше, тем более тогда, когда создали определенную подушку в Курской области, еще добавив там 20 километров, практически обезопасила Сумы от армейской артиллерии российской. У них осталось только механизм накрывать Сумы, допустим, той же авиационной компонентой, либо ракетами, либо планирующими авиабомбами. То есть имеется в виду авиационная компонента, но это не плацдарм. Самолет, который бомбит, допустим, Сумы, он может бомбить и Харьков, и Днепр, и Запорожье, и Херсон, и любой практически город, он взлетает за 300, 500, 700 километров от линии боевого соприкосновения. Это не плацдарм. Это аэродром, до которого доберутся, в конце концов, наши дальние средства поражения. Я думаю, даст Бог, запустим большое количество ракет или беспилотников с такой дальностью, начнем их там доставать. Поэтому по поводу вот этих плацдармов, ну, это больше манипуляция как таковая. Это и так понятно. Три города у нас находятся на линии боевого соприкосновения. И они могут, и три города имеют в виду областных. Это Херсон, Запорожье и Харьков. Опять же, обезопасить Харьков как? Да сделать ту же самую операцию, как и на Курске. То есть вот для чего операция Курская? Обезопасить Сумы. Дальше создать эту буферную зону до областного центра. Также обезопасить Харьков, надо создавать ее практически до Белгорода. То есть эту операцию мультиплицировать надо еще и на Белгородскую область. Запорожье для того, чтобы обезопасить, надо начать двигаться в сторону Васильевки на Запорожскую атомную станцию, то есть отодвигать россиян от Днепра, от водохранилища Каховского. По Херсону это надо выполнять уже такую масштабную операцию с форсированием Днепра и выдавливанием россиян практически до Скадовска. То есть выдавим россиян до Скадовска, обезопасим Херсон. Вот такие методы должны быть, рассчитываться, по крайней мере, нашим военным руководством для того, чтобы обезопасить города. А по поводу плацдарма, это ну, не военный, опять же, не военный подход. Ну, то есть человек далек от некоторых военных действий как таковых, не понимает ни возможностей противника, ни наших, по крайней мере, механизмов противодействия. Естественно, честно сказать, несет чушь. Президент Володимир Зеленський так під час виступу на Генасамблеї ООН, зокрема, сказав про те, що Російська Федерація хоче атакувати три наші АЕС і сказав про те, що допомагає у цьому Китай, власне, робить супутникові знімки. А міністр закордонних справ Китаю під час цього ж виступу закликав не ескалювати ситуацію і говорить про те, що не потрібно атакувати ось ці АЕС. А що тоді виходить, Романе Григоровичу? Тобто вони передають супутникові знімки, при цьому закликають не атакувати. Ну, тобто, як далі готова піти, чи готова Росія піти далі? Ну, они по-другому не могли сделать, то есть передали и передают, это ж не первая передача. То есть китайские спутники снимают нашу территорию, линию боевого соприкосновения, то есть театр военных действий передают россиянам. Российские спутники по другим траекториям, которые движутся, они делают определенные снимки Ближнего Востока, того же некоторых позиций, допустим, и китайских, и индийских, и пакистанских. То есть, по большому счету, у них идет обмен информацией внутри. А то, что они в эфир будут давать, так они же не будут призывать бить по ядерным станциям, по ядерным объектам. Ну, то есть, понятно, что делают одно, а говорят другое. Но это Китай. Потому к ним надо так относиться, они непосредственно участвуют в боевых действиях, передачей информации и информации, и передачей узлов агрегатов для военных целей россиян. Уже и техника пошла китайская россиянам. То есть китайцы полностью участвуют в боях против Украины, в геноциде украинского народа, это надо понимать. И ничего, так сказать, нового здесь абсолютно нет. Удары по
ядерным объектам вряд ли будут нанесены российской армии. Это надо тоже понимать. Ну, не пойдут они на атаки ядерных. Что значит ядерные объекты? Это реакторы. Это реакторы, и на некоторых станциях есть так называемые места складирования отработанного топлива. Там есть сухое, мокрое, сухие, мокрые склады. Но это тоже ядерный объект считается. То есть они не будут их атаковать, понимая, что мы можем нанести зеркальный удар. У нас сколько? 5 атомных станций, там одна не работает, одна сейчас под контролем россиян. 3 работающих: Хмельницкая, Ровенская, Южноукраинская. На них есть 9 реакторов сейчас работает, и вряд ли россияне по ним будут работать. У россиян больше десятка станций, там десятки ядерных реакторов. И они, естественно, понимают, что какой-нибудь генерал типа Буданова поставит задачу своим хлопцам, и эти реакторы взлетят на воздух, как Чернобыль в свое время. Представьте, что такое, что будет с Российской империей, если на нее ляжет эта ядерная практически грязная бомба. Они прекрасно это понимают, не пойдут на прямые удары ядерных объектов. А вот ударить, допустим, по линиям распределения электроэнергии однозначно могут. То есть по линиям электропередач, по фидерам, по повышающим трансформаторам, по подстанциям, которые находятся либо рядом с атомными станциями, либо недалеко от них, они могут бить. А для этого им надо точное расположение этих объектов. У спутников китайских намного лучше сейчас оптика и системы слежения, чем у российских, потому более предметно привязаться к, допустим, позиционированию лучше через китайские спутники. Вот почему россияне используют именно китайскую информацию для привязки. То есть, в принципе, они могут ударить по системе распределения, а это значит отрубить от атомной станции потребителей, и автоматика, ну или персонал, или автоматика переведет на холодные остановки все реакторы. То есть для того, чтобы выключить атомную станцию, не обязательно по ней чем-то бить. Можно просто отрубить потребление, она сразу уйдет в ноль. То есть это раз, и второе, бить по самой атомной станции. То есть ядерные реакторы довольно-таки хорошо защищены. Практически все, ну, не может быть, не от прямого ядерного удара, но от падения транспортного самолета на реактор точно защищен, потому он выдержит в том числе и удар любой, которая есть мощности у россиян, любой ракеты. Потому в этом смысле, конечно, бояться не нужно. А вот вопросы по прикрытию, допустим, по прикрытию системы распределения, они должны были уже давно быть решены. В начале года мы слышали о миллиардах, которые были выделены на укрытие энергосистемы распределения. Вот посмотрим, куда эти миллиарды пошли, то есть в чьи карманы они разошлись, если сейчас оказывается у нас большая проблема с прикрытием. Это первый вопрос. Ну и второй вопрос, в конце концов, для того, чтобы прикрыть 3 наших ядерных станции, которые сейчас на нашей территории, надо 3 ПЭТы. Чем они могут ударить, допустим, по этим станциям или рядом? Ударить либо кинжалами, ну, более-менее точная ракета, либо это баллистическая. Для этого Патриот надо для перехвата. Либо Х-101, Х-555, больше, наверное, Х-101. Для этого тоже Патриот подойдет. И, в принципе, всего лишь 3 Патриота, развернуть их над ядерными станциями, которые прикроют с одной стороны и саму станцию, то есть ядерный объект, и прикроют в том числе систему распределения. 3 Патриота можно взять. Вот сейчас начали в Умань заезжать хасиды. Ну, так надо было не запускать их просто так, а конкретно с Нетаньяху скачать 4 Патриота, которые он сейчас снял с боевого дежурства, перевел в складское состояние. Вот надо было развернуть эти Патриоты над атомными станциями, причем одна там рядышком, буквально южноукраинская, недалеко от Умани, ну, относительно недалеко от Умани, по крайней мере. И вопрос этот можно было решить. Ну и прикрыли бы еще Ровенскую и Хмельницкую. То есть, по большому счету, надо креативно подходить к решению этих вопросов и, может быть, в закрытом режиме такие вопросы решить. То есть 4 Патриота, ну, однозначно бы решили проблемы с ядерной энергетикой у нас, прикрытие.
Ми чекаємо так після візиту Володимира Зеленського, зокрема, щоб Україна отримала дозвіл на нанесення далекобійних ударів по території Російської Федерації. Але що може цьому завадити? От, зокрема, видання Reuters пише про те, що Росія веде перемовини з єменськими бойовиками хуситами про передачу їм протикорабельних ракет Яхонт, які можуть загрожувати судноплавству в Червоному морі. І ці ракети дозволять хуситам більш точно вражати комерційні судна та становитимуть загрозу для військових кораблів США та ЄС. І агентство якраз повідомляє, що одним із мотивів Росії надавати озброєння хуситам є бажання посилити тиск на західні держави і завадити їм дати дозвіл Україні завдавати дальніх ударів глиб Російської Федерації. Мається на увазі, що це такого роду шантаж, от, і чи дійсно, чи тоді він подіє, тобто як союзники відреагують на це? Ну, мы об этом 2 года с вами говорим. То есть есть определенные связанные вещи. Непередача нам F-16 в течение 2 лет и непередача россиянами Су-35 Ирану в течение 2 лет. Это же как раз звенья одной цепи. Непередача нам некоторых средств поражения и непередача россиянами некоторых средств поражения, допустим, Ирану. Или тем же хуситам. Это тоже некоторые договоренности, которые есть у Белого дома с Москвой, и они используются. Мы здесь в качестве мальчика для битья используем. То есть сначала, вот мы сколько раз мы с вами говорили, нам сначала рассказывают, что нам что-то дадут для того, чтобы там работать по российской территории, а потом только раз и все, нам уже ничего не дают и не дают разрешения работать. Значит, договорились. То есть россияне слышат это угрозу для себя, и дальше начинают либо угрожать, либо расторговывать. А мы здесь просто используемся в режиме ваньки-встаньки. Почему и вопросы есть к нашим партнерам. В конце концов, мы теряем наши жизни, перестайте нас дергать. И если решили F-16 передавать, так передавайте. Нам-то, в принципе, Ближний Восток, нам лично, украинцам на данный момент, зачем нам этот Ближний Восток сдался? То есть это проблема у Белого дома, они когда-то создали это государство Израиль, 75 лет с ним носятся, как дурень со ступой, не знают, как его обезопасить, создают где-то проблемы для того, чтобы поставить на растяжку участников этого процесса. Вот мы сейчас участники этого процесса. Нами, нашей войной и нашим противостоянием с Россией пытаются поставить на растяжку россиян, рассказывая сначала, что нам дадут разрешение, нам дадут ракеты дальние, Атакамсы, Storm Shadow, рассказывая о том, что будут бить по, дадут разрешение бить по российской территории, а в это время, понимая, что это давит на Россию, это не Россия давит на наших партнеров, это россияне, вернее, наши партнеры, Белый дом, Байден, давит вот этими распасами по ракетам, по атакамцам, дадим, не дадим, давит на Россию, чтобы она не поставляла хуситам другие ракеты, иранцам, хуситам. То есть мы здесь в качестве вот таких ваньки-встаньки. Почему об этом мы постоянно говорим уже 2-й год? И с авиацией это связано, с ракетами это связано. То есть дергают как за ниточки, как клоунов в этом самом, в клоунате. Есть эти вопросы к нашим партнерам, почему иногда вот таких партнеров лучше вообще не иметь, потому что они нас используют в качестве такого болевого шокера для россиян, естественно, давя на некоторые процессы на Ближнем Востоке. Романе Григоровичу, президент Туреччини Ердоган говорить про те, що Сполучені Штати та інші члени НАТО не хочуть вступу України. Він каже, що це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом. Але ж ми знаємо, що цей план перемоги, який повіз Володимир Зеленський до Сполучених Штатів Америки, він якраз передбачає один із пунктів, це вступ України до НАТО, запрошення. І офіційно так це підтверджував голова Офісу Президента. Тобто, якщо Ердоган так говорить, це його особиста позиція, чи якби він говорить взагалі, бачите вже, він і США, і каже, і інші члени НАТО. Це дійсно відображає реальність? Ну, сейчас бросила Турцію вместе с Азербайджаном в БРИКС. Їх туди просто бросила. По різним причинам. Одна із которых, вигода. Почему? Потому что БРИКС все-таки это не маленькие деньги, особенно китайские, которые там вращаются в этом союзе экономическом, по крайней мере. И сейчас, естественно, Эрдоган и азербайджанцы, и все, кто рядом, все говорящие головы турецкие и азербайджанские сейчас, они будут рассказывать то, что надо Китаю и Путину. То есть и не надо нам в НАТО, и надо заморозить боевые действия и так далее. То есть вся риторика московско-пекинская сейчас она будет в том числе и стамбульской.
И надо это четко понимать, потому что сейчас вот такой период у Турции и Азербайджана, они сейчас пытаются попасть там, где больше денег, или, по крайней мере, там, где их можно дешевле взять. Вот БРИКС – это один из таких механизмов, потом не стоит обращать внимание именно на данный момент, не стоит обращать внимание на риторику Турции и Азербайджана. Она сейчас будет такой. А пока они не получат достаточное количество финансов от Китая, от России, пока не выполнят определенные задачи поддержки своей экономики, они сейчас будут петь в ту сторону, называется. Но это Восток, дело тонкое. Они работают не на нас, они работают на себя. Для них сейчас выгодно занимать вот эту позицию. Они будут ее занимать. Давайте проговоримо ще одну заяву президента Чехії Петра Павла. Ми частково вчора її обговорювали, і він якби уточнив свою позицію і пропозицію віддати Києву Росії території. Він сказав, що якщо президент України Володимир Зеленський представить план припинення російської агресії проти його країни, його необхідно буде оцінити та зробити все можливе для досягнення цілей Києва, але не за будь-яку ціну. Необхідно враховувати те, що реально можливо, Україна має реалістично оцінювати свої військові цілі та можливо погодитися з тим, що частина її території може залишитися під контролем Росії, принаймні тимчасово. Ми вчора проговорювали так цей момент, але все ж таки Петр Павло говорить про те, що він не каже нічого нового. Він раніше про це говорив. Ну так і ми з вами про це говоримо. Тільки чуть жорстче може бути, тому що Петр Павел не так буде, так сказати, жорстко говорити, як ми говоримо. У нас чорне і біле. Ну ми теж другий рік говоримо об этом же. Тому що коли генерація в наших канцелярських чертей выдает на гора, допустим, идею о мирных саммитах, о мирных планах, о планах победы очень быстрых, да, ну то есть это генерация определенной идеи, то военный мозг, он работает чуть по-другому, он сразу воспринимает это в действиях, не в режиме артистизма, не в режиме кликбейтности какой-то, не в режиме задачи продажи побольше билетов со сохранением интриги. А военный сразу определяет, а что надо для этого сделать. Вот когда в прошлом году начала наша канцелярия носиться с мирными идеями, мирными планами, так тот же Петр Павел, любой военный, четко бы вам сказал, если вы хотите на данный момент мира, так вам придется потерять свою территорию. Почему? Потому что на данный момент мир может прийти только через капитуляцию. После того, как сейчас уже год прошел целый, начали носиться с идеей победы, ну вот вроде план победы, везде этот как план победы носится, вопросов нет. Но тут же идет реляция рядом быстрой победы, чуть ли не за несколько месяцев. Вот уже сейчас прекращение боевых действий, так Петр Павел тоже говорит, он военный, он президент, он верховный главнокомандующий, он бывший военный генерал натовский. 4 в 1 практически. Так он четко говорит, если вы сейчас хотите быстро победить, так сказать, и носитесь с идеей победы, так быстро, быстро только кролики родятся. А сейчас для того, чтобы остановить боевые действия, вы должны потерять свои территории. Что он нового говорит? Так мы с вами об этом говорим. Только мы называем вещи своими именами. Мы говорим, что это не план победы, это план капитуляции. И мирные идеи, с которыми носятся канцелярии, это идеи капитуляции, с которыми не носятся с 22 года. Отдали Крым и Донбасс в 22 году в Стамбуле. Сейчас эта идея начинает опять Эрдоган носиться. Ну, то есть, хорошо, хоть Беннет пропал уже вместе с Абрамовичем, чтобы еще было определенные чудо-два. То есть, вот с точки зрения военной логики Петр Павел четко называет вещи своими именами. Не ерзает на том месте, на котором канцелярские крысы ерзают. А Петр Павел, как военный, четко говорит, мир – это потеря территории. Вот и все. Он это связывает, и он четко говорит, вы же тогда определите, вы либо крестик снимите, либо трусы оденете. Это мы можем так сказать, это ему так говорить нельзя. Потому канцелярским крысам надо определиться. Вы либо крестик снимите, либо трусы оденете. Либо у вас план победы, но тогда это работа на несколько лет. А если вы говорите, что вы быстро закончите войну, так это капитуляция. Потому определитесь, туда или сюда. Ну, здесь я Петра Павла однозначно поддерживаю. Потому к нему как раз претензий абсолютно никаких нет. Это вопросы к нашим канцелярским крысам. Мы сколько раз с вами об этом говорили.
эти черти подставляют верховного главнокомандующего. Каким бы там ни был Зеленский, на данный момент он верховный главнокомандующий, он высший военный чин. И подставлять, делать из него клоуна на внешней арене, потому что приходится военным, ну, рассказывать, ребята, вы немножко неправильно, подставлять верховного главнокомандующего каким-то канцелярским щурам, ну, однозначно не стоит, как минимум. Почему? Потому что они практически подставляют всю армию, все вооруженные силы. Почему? Потому что Зеленский верховный главнокомандующий. Не надо из него делать клоуна, не надо ему подсовывать вот эти всякие ваши больные, это я к канцелярским крысам обращаюсь, ваши больные идеи, потому что они плохо пахнут, раз, а во-вторых, они однозначно с военной точки зрения непрофессионально поданы. Этого не может быть. Не может быть быстрой победы без, на данный момент, без потери территории. А потеря территории — это капитуляция. Потому вот здесь и есть это противоречие. Петр Павел четко здесь все разложил на полочке. Для того, чтобы этого не было, тоже неоднократно уже говорил, уже давно пора этих канцелярских крыс отправлять вместе с крысиным королем на другую работу. Вот подметать помойки, там, ларьками заниматься, это же у них это основная задача была, вот они пусть ими и занимаются. А выстраивать систему управления исполнительной власти, заводя туда людей с военным, с базовым военным образованием, чтобы они вот таких ляпов, таких подстав верховного главнокомандующего на международной арене не допускали. Но это вопрос к верховному главкому. Если ему нравится это, ну, вопросов нет. Тогда он будет выхватывать вот такие, ну, мягко скажем, замечать. От Петра Павла, от генералов, от президентов тех стран, которые нам очень сильно помогают, но они шриалисты, они четко это показывают. Ребята, быстро, только кролики рождают. Романе Григоровичу, традиційно три блід запитання для вас підготували. Скажіть, будь ласка, чи можна примусити Росію до миру? Быстро нет. Ну, то есть нереально просто. Мы только сейчас это проговорили. Это длительный процесс. Мир возможен в одном случае. После развала Российской империи. Пока она не развалится, она будет воевать. Она будет воевать, захватывая Украину, Казахстан, Эстонию, Литву, Латвию. То есть они будут Грузию. Куда их понесет, туда они и туда не поедут. Вплоть до Аляски они туда могут рвануть. Их болтает как навоз в проруби. Потому мир будет только тогда, когда она развалится. Быстро она не развалится. Разваливаться она будет лет 7-8 еще. Ну, то есть примерно вот столько времени нам надо будет воевать. Ну, война может быть, допустим, в горячей стадии года 3. Это в 22-м можно было закончить ее к концу года. В 23-м можно было закончить вот к лету 24-го года, если бы нам дали то, что обещали. На данный момент война будет длиться в таком режиме, в горячей фазе года 3. А потом еще лет 5 Россия будет развалиться. Я же говорю, где-то 7-8 лет до мира. Потому меньше времени не будет. Почему нам и нужна профессиональная армия? Мобилизованные не выдержат 7-8 лет боевых действий. Это выдержат, может, только люди, которые придут воевать всю жизнь свою. А это только профессионалы. Аби відбувся контрнаступ України у 2025 році, потрібно дійти до єдиного бачення ситуації на полі бою з нашими партнерами? Однозначно, тому що без допомоги наших партнерів ми ні одного, зараз, на даний момент, ні одного масштабного мероприятия провести просто не зможемо. Начинать надо с освобождения Крыма, тут однозначно без вариантов, с освобождения Крыма. Дальше отсекать Донбасс от России по Дону. Уже тоже другого варианта нет. Уже понятно, что мы будем заходить на российскую территорию. Это вот когда я 2 года назад говорил, что оптимальный вариант – это освобождение Донбасса. Это выход по Северскому Донцу на Дон, а дальше на Ростов с отсечением Таганрога, Ростова, то есть левый берег. Тогда никто этого толком не видел. А сейчас это уже видно. Зашли на Курскую территорию, потому что все боялись захода на российскую территорию, непонятно почему. Прикрываться рекой – оптимальный вариант, когда вы движетесь куда-то. У вас один фланг тогда прикрыт серьезной преградой. Та же самая картина – двигаться в сторону Скадовска, прикрываясь Черноморским побережьем, допустим, из-под Олешек или из-под Голой пристани. Вот так вот надо действовать, так надо видеть. И, в принципе, оно так и будет. Но это все сделать без партнеров однозначно невозможно. Мы не вытянем ни одной операции масштаба.
А чи має Захід дати собі відповідь на питання, де він помилився у цій війні? Ну, не Запад, наверное. Запад, если говорить о цивилизации, она нигде не ошиблась. То есть нас поддержали народы, нас поддержали часть правительства. Но большая проблема в Белом доме. То, что эти 4 года как раз в эту каденцию Байдена Путин принял вместе с Си Цзиньпинем, приняли решение напасть масштабно на Украину. То есть это проблемы байденовской администрации. Вот этих трех «святую троицу», в кавычках я всегда называли, Салливан, Бёрнс и Байден. За ними стоит Обама, за Обамой стоит Клинтон. То есть Клинтон в 1994 году выдавил из нас ядерное оружие, то есть мы сняли ядерный зонтик. Обама в 2014 году отдал Крым и Донбасс, ничего не сделал практически по Будапештскому меморандуму, который был подписан Клинтоном, то есть еще в 1994 году. Байден практически сдал Донбасс и Крым, не передавая в достаточном количестве вооружений нам тогда, когда они нам были нужны и когда они были востребованы. И пытаясь расторговать передачи нам вооружений, некоторые свои моменты, связанные с Ближним Востоком. Мы же это уже видим, но это уже, так сказать, ну, открыто лежит на столе, об этом уже начинают говорить даже западные издания, когда говорят, что вот эти вот действия Байдена и россиян, они взаимосвязаны по передаче дальних средств поражения, разрешение работать по российской территории и передаче россиянами и хуситам, допустим, там ракетной техники или самолетов иранцам, а нам F-16. То есть это все уже лежит на столе, это уже все понятно, вопрос в Байдене. Уходит байденовская администрация, может быть, все по-другому. Кто придет, это решать, конечно, американцам, американскому народу. Мы будем работать с любым президентом, который взойдет на управление Белым домом. Это может быть Камала Харрис, это может быть Трамп, это может быть третий какой-то еще кандидат. Это еще возможно до сих пор, это не исключается. Мы, может, еще будем о каком-то третьем кандидате говорить. То есть все это еще возможно. Но будем работать в следующей администрации, даст нам возможность уже выполнять боевые действия в полном объеме. Будемо на це сподіватися, Романе Григоровичу. Звичайно, будемо слідкувати за подіями та будемо аналізувати. А я щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші надзвичайно цікаві відповіді, за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами. І давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Я нагадую, підписуйтесь, друзі, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Я про це щоденно кажу. Ще раз їм дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Романе Григоровичу буде вас чекати. Дякую. До свидання.